Всем привет! Нам уже 5 месяцев, и расскажу, что у нас произошло за последний месяц. За последний месяц у нас произошли изменения. Мой сын кушал вот это питание Нутрилон на основе коровьего молока, и вдруг у нас оказалась чувствительность к молоку, поэтому мы ее проверяем, и наша доктор нам выписала новую еду. Сначала мы попробовали вот такой вот нутрамиген, написан на основе казеина, который разделали его, даже не знаю, как это сказать, казеин мефурак. Все как обычно разводится, все, дала моему ребенку попробовать, и он тут сразу отказался это кушать. Он даже 2 глотка сделал и сказал: нет, спасибо, это кушать я не буду. Поэтому мы побежали к врачу и сказали: он это не ест, что делать? И нам выписали фирмы Нутрилон, тоже для Нутрилон Пепти Джуниор, вот называется. И точно так же разводится, 1 ложечка на 30 мл, как обычно, все. И эту еду он, да, согласился кушать, поэтому пока что коровье молоко мы заменили вот на это. Теперь мы ждем месяц, чтобы сдать опять анализы и посмотреть, как нам действовать дальше. Также за этот месяц мы уже успели попробовать яблочную пюрешку, тыкву, а также персик, персики, грушку, морковку, бананчик и сладкую картошку. Это все от фирмы Gerber. Это все я заказывала на сайте iHerb. Показываю вам в бумажках, потому что если саму бумажку снять, на самой баночке написано таким прозрачным, и не видно, где что. Где морковка, где бананчик, да. То есть морковку еще можно отличить с бананом, но, например, тыкву от морковки не отличить. Вот, а также сливу. Ну, а также мы попробовали и сливовое пюрешко, тоже очень вкусно, ему понравилось. Ну и кроме пюрешек мы варим супчик, уже настоящий супчик. Вот я после того, как варю, делаю блендер и ставлю в стеклянные банки, это все хранится в холодильнике, потом я себе отмеряю, сколько мне надо. Значит, первый супчик мы сварили ему чисто овощной, потом мы начали добавлять курицу. А вот этот супчик у нас уже половина индюк, половина говядина, плюс морковка, картошечка и немножко лука. Всю эту еду мы кушаем вот такой вот прорезиненной ложечкой. Это была ложечка в подарок, шла от фирмы Принук с пюрешками. В последнее время они не продают. Это поменяло цвет от морковки. Она очень чистая, просто такой цвет. И наши любимые игрушки сейчас. Вот такая вот кошечка с рыбками. Уже он может держать ее в руке. А вот, хотя она достаточно тяжелая, вот такое вот колечко. Он любит их перебирать и по отдельности жевать. Ну и также у нас теперь есть любимая погремушка. То есть теперь она, у него есть больше сил ее держать. Мы подружились с кошечкой наконец-то. Не знаю, раньше она ему не нравилась, а сейчас ему самое то. У нас есть еще гусеничка. По-моему, я в прошлый раз ее показывала, но сейчас она у нас упала за стиральную машинку, и мы ее сейчас не можем достать. Когда мы достанем, я вам покажу. Ну и также мы продолжаем принимать витамин D по 2 капли каждый день. Арончо будет кушать супчик. Первый раз. Давай, Арончо. Как тебе супчик? Нравится? Понравилось. Скажи, морковка, картошечка, курочка. Я, да? Курочка, только бульончик. Ну, бульончик. Ну. Ой, как скажи, да, бульончик, я скажу. Тебе нравится, Ронча? Скажи, дурак покушать? Скажи, я кушаю супчик, как мои братики. Мама блендера. Ой, как вкусно. Картошка, морковка, то же самое, только ты взяла. А также, не помню, я вам рассказывала, в прошлом месяце мы начали кушать вот такие вот кашки с кукурузной. С 4 плюс месяцев здесь 200 грамм. И с рисом. Они мелкого помола. Просто добавляете их в уже в готовое молоко. Взбалтываете. И кашка готова.
Очень удобная, но так как с 4 месяцев можно только кукурузную и рисовую пока. С 6 месяцев можно будет уже, там есть разного вида кашки. И манная, и гречневая, и разные другие. Вот так вот оно выглядит. Там я бросила ложечку от детского молока, и ей же я и замеряю. Одну такую ложечку на порцию молока. На этом все. Вот так вот прошел наш предыдущий месяц. Всем до новых встреч!